Всем большой привет, и вы на канале Светик Реборн Бэби. Сегодня на канале у нас запаковочка вот такого чудного малыша. Имени у малыша пока нет. Мамочка, когда его получит, она сама назовет, как захочет. Молд — это Паскаль. Выполняла работу, роспись этого малыша Регинка. Посмотрите, он действительно как живой. Очень симпатичный мальчишка. Мне понравился этот молдик. Я с ним не работала. Вот. Вот такой зайчик. Сейчас я вам большим крупным планом покажу, что у меня все готово для запаковочки. И мы сейчас приступим. Надевать я буду вот такой ботик. Он очень маленький, хорошенький. Покупала я его на Валберес. Сейчас будем одевать этого зайчика. Вы только посмотрите на его личико. Посмотрите, у него тут такая царапинка, своими ноготочками поцарапал себя. Так что, я думаю, роспись сегодня видно. На улице у нас очень солнечная, даже шторы зашторила. Не знаю, темное будет видео или нет, но мне бы очень хотелось. В общем, вживую это такой тискальный парнишка, что просто очень-очень хороший. Держи, держи свою сосочку и давай, будем одевать тебя. А пока я буду одевать этого замечательного малыша, я хочу передать приветы. Просто очень много девочек просят приветы, а я все обещаю, что приветы я передам во влогах. А во влоге передать привет не получается, потому что я никак не могу снять влог. Совершенно не хватает времени. Поэтому решила сегодня передать приветы уже не во влоге, а в запаковочке. У меня есть такой блокнотик. И здесь все детки. Надеюсь, никого не забыла. Всем, кому нужно передать приветики. Так что начинаем. Привет передаю Алене и ее малышке Оливии. Также привет передаю Веронике. Вероника очень много пишет комментариев и всегда просит привет. Поэтому, Вероника, тебе большой привет от нас. Дальше привет Диане и Ане. Привет Реборну Сонечке. Еще привет просила передать Василиса и Ева. Вернее, она просила передать привет Василисе и Еве. Вот не знаю, либо это сами девочки, либо это их куколки. Так что я передаю привет Василисе и Еве. Привет передаю Жене. И еще приветик у меня тут записан, которую нужно передать Полине и малышке. Надеюсь, девочки, никого не забыла с приветами. Пока передавала этого зайку, я уже и одела. Вот в такой боди. Сейчас я заберу у него такую пустышечку и буду уже запаковывать. Смотрите, блокнотик я свой убираю. Вот такие в подарочек я положу памперсы с пингвинами и вот такие памперсы с прищепочками. Это у нас будет подарочек. Запаковываю я, как всегда, пакетики. И сейчас заклею нашей фирменной этикеточкой. Вот так. Кто не знает, это магазин «Солнечный зайчик», который находится на ярмарке мастеров. Заходите и смотрите наши работы. Так, в следующем пакетике один подарочек у нас готов. Следующий подарочек мы запакуем вот в такой конвертик. В него я положу вот такого. Так, ежика это. Да, ежик. Грызунок. Он силиконовый. Маленький, в ручку хорошо подходит. И пустышечку. Также заклеиваю наши этикеточкой, наклеечкой. И наши мини-подарочки, сувенирчики такие, готовы. Теперь я приступаю запаковывать самого малыша. Ну что, всем пока-пока. Я сейчас одену, так как у него нет волосиков. Волосики у него прорисованы вот. Не знаю, хорошо вам видно, нет? Такие нежненькие, как будто пушочек. Я не буду одевать никакого пакетика.
Просто защитим головушку памперсом, подгузничком. Вот так, подгузничек такой, с малышариками. Вот так. Следующим этапом я убираю вот эту подушечку, она нам сейчас будет мешать. И буду запаковывать малыша вот в такую стрейч-пленку. Как заверну, с вами встречусь. Ну вот, малыш уже запакован в пленочку. Все везде запакованы, и ножки, и ручки. Все везде запаковано надежно. Теперь буду заворачивать его в пупырку. И только после этого в красивую праздничную бумагу. Так что приступаем заворачивать в пупырочку. Ну вот, и с этим я справилась. Упаковала малыша в пупырчатую бумагу. И теперь осталось только взять вот такую красивую бумагу и оформить, чтобы было красиво. А для этого я использую вот такую бумагу. Чаще всего для девочек я беру розовенькую, для мальчишек голубую. Но бывает и такое, что я использую желтенькую, фиолетовую, сиреневую какую-нибудь могу. Все зависит и от моего настроения тоже, как мне хочется. Но на этот раз я запаковываю в голубую бумагу. Наклеечкой заклеиваю и перевязываю все вот такой атласной голубой ленточкой. Сейчас завяжу бантик, и запаковочка наша подходит к концу. К концу видео я вставлю фотографии, которые я сделала. В этот раз Регина не взяла с собой фотоаппарат, и поэтому фотографии сделаны на телефон. Ну, малыша вы видели. И в конце видео я поставлю фотографии. Запакую еще свидетельство о рождении. Там же памятка по уходу. И небольшие подарочки к этому малышу. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До следующего видео. Пока. Забыла вам показать, как я укладываю все в коробочку. Тороплюсь, потому что сейчас сын поедет отправлять эту посылочку. Поэтому все. Вот теперь точно все. Всем большое спасибо за просмотр. И еще раз всем пока-пока. До следующего видео.